Как вы себя чувствуете, Александр Александрович? Замечательно. Как малыши ваши? Замечательно. Слушаю вас. Так, вопрос у нас такой. С 20 января у нас стартовал проект «Гражданский омбудсмен». То есть, это услышали, да? Каимов был там. Слышали. Я хочу узнать от вас, как ранее был уполномочен прав ребенка, что будет делаться для того, чтобы у нас пошло действительно 100% взаимодействие с властью. То есть мы начали, чтобы не быть как вот сейчас, оппозиция там или там еще что-то, и начали работать вместе. И вот я просто хочу уточнить для себя, у нас правительство республики пойдет к нам на встречу. Вот по этому вопросу. Я думаю однозначно, что мы идем навстречу по всем направлениям, которые имеют толк для конкретного человека. Для группы. Вот к нам обращается очень большое количество людей, в целом где-то от 10 человек каждый день. Большой поток документов идет. Это касается... Александр Александрович, по каким в основном вопросам обращаются? По всем мы никому не отказываем. Что по предпринимательству, что по трудовым спорам, что по любому. Если мы сами не можем решить, мы подключаем специалистов. Вот недавно мы решали вопрос по предприятию благоустройства. Нам обратились люди, мы привезли юристов. Вы консультируете их в основном? Мы консультируем, обрабатываем документы, направляем, делаем запросы депутатские. То есть и работаем непосредственно за права человека с этим Слукиным. Ну, в общем, так. С Рим Федоровичем знакомы лично, да? Мы с ним встречались только на презентации проекта. Александр Александрович, взаимодействие вот вас, допустим, с уполномоченным по правам человека. Я вот хотел бы это... Вас и уполномоченным по правам ребенка. Вот я бы хотел найти это взаимодействие, за это я бы вам пришел. Потому что вы тоже нам помогли, то есть, чтобы нам создали условия с помещением. Мы денег не просим, зарплату не просим, мы общественники, мы... У вас получилась сейчас как бы своя организация в Нефтекамске, да. Уже, да? Как, да, в рамках проекта «Гражданский, да, омбудсмен». Сколько человек вы объединяете сегодня? Вот конкретно кто работает? В Башкирии, в Нефтекамске я один, но тут помощница у нас, вот Лена, она преподаватель вуза, она работает как со студентами. Ну, то есть только к хорошему, добру идем, никакой позиции. Я думаю, что вы, отец, примерный, будете заниматься какой-то оппозиционной деятельностью. Я как координатор Нефтекамской левый фронт. Ничего страшного, это просто говорит о вашей позиции. Нет, вы же контактируете во имя того, чтобы вопросы решались, а не во имя каких-то других. Теперь вопросы, как мы это будем решать и как мы подтолкнем Милану Скоробогатову решать детские вопросы, потому что у меня тут поступают ежедневно именно по детским вопросам. Вот хочу вас сказать, одну, пожалуйста, примите, это повторное, ведь ответ от вас не получила, а вот это нам заверить, потому что они там стоят, с нами не стали заходить. Потом ваши экологи пожаловались, что им пришел немножко глупый ответ от помощника Хамитова, там помощницы, что ли, тоже примите вот здесь нам заверить, что вот вы получили, они уже ждут. Это вот приложение есть, там фактически чудовищный проблем. Так, насколько я понимаю, значит, вот обращение Гарифуллина и Гуль, она приемная Единой России по отключению, список граждан. Она была унаследована, наверное, вот. Да, там. Да. И как бы вы зафиксируете, и мы самой законом сроки будем ждать это, ваш ответ официально от вашего там, кто там у вас работает. Хорошо? А что я должна зафиксировать? Ну, что вы приняли? Я вам пропущу, также сдавал документы. Ну, не прямую, я же не отказываюсь. Нам там показать надо, что девушки ждут именно ваши подписи. Так, и так. Почему они не хотят зайти-то со мной? А что, можно позвать? Елена, позови, пожалуйста. Мы вам пришлем исходящий номер. Конечно. Здравствуйте, присаживайтесь. Добрый день, да, Юля. И вам когда-нибудь с этими тоже письменными ответами. Поэтому давайте собирайте, обращайтесь, говорит, мы говорит, на основании этого договора должны знать. Но вот там по номеру 198 на категории выплаты социального выплата. Но там, говорит, у нас таких вот инвалидов должно быть предусмотрено. И вот мы уже вот сейчас 35 лет уже исполняется, и нас уже все снимут.
Давайте мы лучше посмотрим вместе с городом вот возможность ипотеки, да, по приобретению жилья, пусть даже пока небольшого, зато это был бы уже капитал. Потому что ипотечный капитал можно использовать для улучшения жилищных условий. Просто мы состыкуемся с пенсионщиками вашими, с Нефтекамске, и состыкуемся с возможностями строительства жилья, которые есть. Потому что социальный найм уже ждать очень долго вам придется, очень достаточно большая, ну то, что касается бесплатно. А если по ипотеке, давайте попробуем изучить возможности, может быть таким. И сейчас еще материнский капитал можно использовать на строительство. Да. Просто мы подскажем правильные механизмы, все равно та очередь будет двигаться, а может быть параллельно уже какое-то строительство вести. Договорились? Хорошо. Ну а то, что касается в перечень, конечно, будет достаточно долгий процесс. И вот сейчас материнский капитал можно на строительство. Здесь проще как сделать? Уже с какими, вот есть же быстро возводимые конструкции. Скооперироваться, как говорится, с какой-то. Да. А мы думали сами? Ну, давайте варианты будем искать. Угу. Ладно. Потому что хорошо. Подрядчик вроде как уже ответственность несет. Ладно, тогда. Можно. Спасибо большое. К моим родителям, где мы сейчас проживаем, якобы мы ухудшили свои жилищные условия, примерно. Хотели бы разобраться вообще, что-нибудь. А вы сейчас где живете? Мы живем с моими родителями. В Нефтекамске? Нет, в Краснодарском районе. Просто узнали? Да. Давайте вы заявление ваше прощение. Вас зовут как? Рузанна. Рузанна, посмотрим, может, по существу, что там можно сделать. Сидите здесь документы. Ну, мы просто уже обращались к президенту Республики Башкортостан, но опять же отправили в земельный комитет, чтобы из земельного комитета опять в администрацию района отправили. А администрация района говорит, что отвечает, что нет дополнительного никакого. Телефон, адрес. Давайте мы прямо администрацию обяжем, четко разобраться. Да, если, как вы излагаете... Не думали, что он переехал и не поставили в очередь. 53-й данный. Так, уважаемые телезамещания, что вот, например, муниципалитет Краснокамского района и городской город Нефтекамск между собой не спорили, вот надо приводить по месту назначения. Краснокамский район, вот приемы бывают. Ну не да, вот, например, некрасивый, молодой человек. Проверьте, не пытался прорваться, никого не могу найти. Это нехорошо. Вот секретарь, нет у меня рабочих места, нет. Вот сосед сейчас обид скажет, вот ты принимаешь, вот, например, у себя в кабинете моего человека. Ни прокуроров не нашел, никого. Давай дальше. Ну, прокуроров-то не надо. Найдем, если есть моменты, что незаконно отказали. Ты, Гердамир, у нас не проживаешь, поэтому... Ну хорошо, значит, координаты есть, мы с администрацией сами разбираться. А вы где работаете? А я в декрете сейчас с ребенком. А муж где работает? Ладно, да, Рузан, давай так договоримся, что документы ты дошлешь, а администрацию мы попросим прям пошагово разобраться. Да. Хорошо? Со ссылкой на законодательство. Договоримся? Хорошо. Всего доброго. Но сейчас не все документы и какие-то выводы делать сложно. Ну давайте, я знаете, что сделаю, Александр Александрович? Во-первых, вы же участник вот проекта данного, да, гражданский омбудсмен. Я переговариваю с уполномоченным по правам человека и с уполномоченным по правам ребенка. В свое время, вы знаете, когда я уполномоченным работала, у меня были общественные помощники. И я, наоборот, была заинтересована и всегда им говорила спасибо за взаимодействие. Я попрошу, чтобы вот такой очень важный механизм таких ответственных, неравнодушных людей, как вы, они в свой оборот, что называется, взяли, ну, в хорошем смысле этого слова, да, чтобы использовали ту информацию, которую вы несете, да, ту помощь, которую вы можете оказать. Это первое. А то, что касается взаимодействия с правительством, я думаю, что все члены правительства достаточно открыты. Есть механизмы письменного обращения, есть механизмы выездных приемов, чем мы сейчас занимаемся. Я, допустим, никогда никому в приемах не отказываю.
И там, где есть возможность, мы помогаем. Но иногда, конечно же, есть правовые какие-то механизмы, да, вопрос достаточно долго решается. Но в любом случае всегда же ищем ту ниточку, за которую можно потянуть. Но я проговорю с уполномоченными и с руководителями проекта конкретно проговорю, чтобы, раз уж они взялись за проект, они по-настоящему помогли нам этим механизмам вывести. Договорились? Нам надо снять социальное напряжение, вот это, которое сейчас растет и растет. Ну, чем мы занимаемся вместе с вами? Это все получается, что вот мы друг друга недопонимаем в некоторые случаи. Вот я, наверное, в понедельник вам приду, мы, наверное, этот вопрос решим. И с помещением, наверное, да? Ну, мы друг друга уже всегда понимаем. Прилили салатами, вы нам с помещением поможете. Ну, нет, есть же у нас, да, и сидим. Вот я всегда выезжаю, приемы в больницах провожу, в школах провожу, даже свои заседания в детский дом еду провожу, чтобы видеть людей, видеть на месте ситуацию. Точно так же и вы, и Шамиль Шакирович, и глава никогда не отдаст. Понимаете? Тут уже вся администрация говорит, что я защищаю интересы этого коммерсанта-бизнесмена. Я не хочу, чтобы мне такие слова говорили. Понимаете, я не защищаю его интересы. Вы же здесь в Нефтекамске непосредственно проживаете. Можно разные механизмы. Это где-то предоставить вам приемные Единой России, где-то общественные приемные, где-то даже совместные приемы делать и замглавы, и вы, и еще какие-то общественные институты. Я вот всегда с женсоветами работаю, с общественным формированием. Ничего в этом плохого нет, только для пользы. Ощущение, что каждый день у меня больше 10, каждый день человек приходит. Целая организация. Даже нам в помощь. Вместе слышим, да, где что происходит. Вместе какие-то решения принимаем. Вместе ищем ниточки, за которые потянуть можно, чтобы вопрос решился. Договорились? Спасибо.